Всем привет, дорогие друзья! И чемпионов сезона 2018-2019 или даже и для Атлетико и Диего Симеоне. Атлетико против Ювентуса — одна из самых интригует поиграть в прогнозы. Михаил Поленов и Константин Генич сегодня вместе с его нынешним сочетанием. Ну и так вообще благополучно все для команды Диего Симеоне. В краю мы сейчас в хозяйской раздевалке, она, конечно же, побольше и покачественнее. В цветах сыграет Диего Симеоне, Гризман и компания перед конкурентами, в частности перед Наполи. Поэтому, конечно, основная цель — с мотивацией у тех, у других. Других вообще никаких вопросов, никаких проблем. Это Шальке может радоваться с Манчестер Сити. А вот здесь одни хотят сыграть в домашнем финале, в первом веке показать не только на национальной арене, но и на европейской. Ну, половину команд уж точно можно представить себе в качестве фаворита. Вот Криштиану не забивал не так много в Европе стадионов, но возвращается в Мадрид так отдельной обложкой и выступает, то Пауло Дибала, об этом мы обязательно поговорим. Вот так выглядит. Ну, здесь все, безусловно, пара и вообще ожидания от этой очень такой шахматнообразный футбол. Будет много борьбы и... Называется стадио Метрополитано. Здесь сегодня гостит Ювентус. И во внутреннем своем чемпионате на протяжении уже многих лет против команды, которая несколько... с одной стороны, мотивирующий момент, с другой стороны, от российский флаг, смотрите, Ювентусом. Вплоть до Гутен Абенд. В общем, короче говоря, большой футбол на наших с вами экранах. Отличнее Ювентуса 4-1. Сейчас Криштиану Роналду возвращается в матч. И Ювентус не так много в своей истории играли матчей. Ювентус у себя в Турине сыграл в ничью 0-0. Ну и вот Криштиану Роналду. Турачек, красно-белый мяч не всем нравится, но это маркетинг и УФА. Я смотрю, ты в прекрасной форме сегодня, Константин. Надеюсь, увидим дополнительное время, а кто знает, может быть, и серию пенальти. Пока же гимн Лиги Чемпионов. Команда Диего Годин второй, Филипп Луис третий слева, Хуан Фран 20-й справа. То наглые ребята, задиристые, как Диего Коста, сегодня Атлетико нужны. 19 номер Леонардо Бонуччи, 3 Джорджо Кьеллини. Это Массимилиано Аллегри. В середине поля Блес Матюиди, номер 14. Паулу Дибало, 10 номер под нападающими. И в атаке Майя. Ювентус Турин. Вот такой забег сделал Криштиану Роналду и побежал туда на левый фланг. Именно туда, наверное, это будет ничья 0-0. Или кто-нибудь ограничится одним забитым мячом. Но я действительно не исключаю. Мы увидим хороший футбол. И футбол с голами. Их немало. Это первая попытка смотреть видео, если это имеет... Если есть мельцы сыграть в воздухе и у той, и у другой команды. Томас Парти выполняет подачу в штрафную с такой подачей. Я не помню, чтобы этот футболист... И помню, что он исполняет. Скакал от Пьянича, который бросился в подкат. Заброс не туда. Немножко... Но такова участь команды, за которой всегда... Диего Годин, Вентуса. Да, Хосе Мария Хименес. В зоне 96-97, но это касается именно матчей плей-офф Лиги Чемпионов. Стоп, 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 стоп. Фальстарт. Так, желтая и карточка. Диего Коста. Да, действительно, следующий матч не сыграл Лихтсвайер. Ау. Непонятное решение. Удар! Роналду. На стенке всего два человека. И смотри, он как раз пробил туда. Именно подача в штрафную площадь и борьба там в воздухе, но сейчас на перехвате. Лиги Чемпионов, уже имея желтую карточку. Ну и прекрасный удар Криштиану Роналду под перекладину. Мог на поле не появиться. Подача, а вот момент Ювентуса забить. Да, очень здорово. Криштиану и прыжком Яна Облака. Но они стоят. Друг не ходил к цирюльнику. Парикмахеру ему стоило бы зайти. Подача в штрафную. Нет удара. Манджукич выиграл верховую. Подача. В последних матчах на этом месте играл. О, какой выстрел! Защитник и... Честный. Есть. Да, но Пауло Дибало в том матче не играл. Как и... Подача еще одна. Можно головой сыграть. Коки! Нет. Долгое у Атлетико. Гризман пропускает. Здорово. На Коки пяткой передача нет. Давливали. Классный пас. Коки здесь. Было довольно давно. Здесь Дибало качнул двоих, но прибежал третий. Пентуси все никак не может найти ему позицию. Опорных полузащитника очень глубоко сели к своим воротам. Это позволило Пьера, который проходил в России, на сей раз пробил. Пьер присел на Манджукича. Не, так скажем, не в опасной близости от ворот.
себе подработал. Дальше на Диего Косту. Тут на смене движение уходит. Контратака была шикарная, но это не пенальти. Да. Нет фола, нет пенальти, зато есть штрафной. Да. Стенка из трех человек. Гризман бьет. Пробил. Ну, нас, конечно, помогал себе рук. Хорошо пробил. Это веселый градус, да. Набрасываются игроки Атлетико. В попытке сразу потом мяч отобрать и убежать. Да, он прибежал в эту зону, чтобы пробить. Коста развернулся. Кстати, Диего Коста идеально подающий для Паке. Да, да, без экспериментов. На ближнюю и... Очень мало забивает в серии А Пауло Дибало. Ворота Манчестер Юнайтед. Но мяч красиво обрабатывает. Он вообще все делает красиво и пошел в дрифт на газоне. Кажется, что Криштиану Роналду... И... Да, уступил. Это жестко, конечно. Пауло Дибало пока непросто. Очень много спорных моментов. Был пенальти сам цифрой 5. То ли 5 золотых мячей, то ли 5 побед в Лиге Чемпионов. Две желтые карточки у Атлетико Мадрид. И это обе. Эрнандес номер 14 слева. Коке номер 6 справа. Сауль номер 8. Роналду. Приоритетная задача не пропустить. Подача. За этой атакой здорово разыгран мяч. Здесь Роналду и Блес Матюиди разыграли. Но игра не останавливается, потому что с мячом Ювентус. Удар Криштиану Роналду. Начал проявлять Блес Матюиди, которого не особенно было видно. Диего Коста. Футбольный булит. Бежит, бежит, бежит. Гризман. Как он вырезал эту передачу в касание. Вот как лучший новичок Ювентуса вошел. Потому что действительно с его участием выжил идеально. Для Диего Коста эту передачу. Еще удар. А на завершающий удар уже хладнокровие ковать не оказалось. Это Коке. Гризман. Вот он, умница. Коке. Гризман перебрасывает мяч через... И туда ему угодил Криштиан. Ну и нам все активнее показывают разминать. Ча, Гризман перебрасывал мяч. Смотри, ключевой момент. Борился в последний момент и его опека после большого пропуска. Он вышел на замену в матче с Райо Валекано. Ских качеств, мягко говоря. Вот Криштиану, он в штрафную. И... Он пытался пробить, смотри, ускорился. Годин здорово. И даже без Манджучевича рукой Александра забегает, забегает за спину. Пьянич бьет. Удар в пользу Юве. Команды, но эта спичка потухла. Роналду тяжело давить, показывает большой палец вверх Криштиану. И в порядке. Лемар, Филиппо Луис, подача Марата. Вот оно правило бывших. Ювентус, если забит, радоваться не будет. Но здесь столкнул он или к еле не подал сам. Но это театр лично не попадает, не подсчитают, как мне кажется. Гол и ноу-гол. Арбитр прав. Арбитр прав. С мячом пас вертикальный. Хороший скид. Да. Гризман подает. Здесь борьба. Подбор. Интереснее, как Годин будет выскакивать на ударную позицию. Родри. Нет удара. И... Здесь удар. Здесь никакой фаер-шоу мы не видим. Ты умеешь, что же там произошло. Марти, кстати, опять Александр. Сейчас скакивает. Ты Манджукич как падал, да? Манджукич. Наверное. Наверное. Вот такая бляха у меня. В исполнении Атлетико Антуан Гризман. Подача. Честный. Да. Мен с голом. Но такие при стандартах. Его подача в штрафную. Годин. Момент. Нет момента. Есть. Мадриде. И режиссер сразу по классике жал. И нет никакого положения вне игры. И как же Годин туда пропихнул мяч. Но это не автогол. Ну да, здесь мяч задел. Две клевые сделал, можно сказать. Ну, как бы там сорка. Жао Канцело появился вместо Блеса Матюиди. Канцело передвинутый. Еще одно забегание. Нормально. Подачи не будет. Ну, Гризман не прав. Криштиану. Нет, откатывает. Катит. И каков? Последняя минута основного времени. Подача. Оп. Лемар один в один. Попробует обыграть. Надеюсь, он сюда уже прибежал. И здесь Лемар ничего не оставалось, кроме как взять ответственность на себя. Снизь этой игрой. Главное до удара сейчас добраться. Подача Криштиану! По-моему,
Вот чуть-чуть, может быть, пониже бы, да?